впрочем, будет прекрасный музыкальный сюрприз, вода. А пока я объявлю музыкальный сюрприз, это гимн факультета. Итак, исполняет хор Москва под руководством Павла Сучкова и солистка Екатерина Маслакова, студентка первого курса дирижерско-хорового факультета Московской консерватории имени Чайковского. Прошу. Я Денис Писаревский, студент КПНРовского факультета Московской государственной консерватории. Я поздравляю вас с праздником, с юбилеем. Хочу сказать, что написать гимн факультета с такой интересной, насыщенной и продолжить этой истории для меня большая честь. И хочу сказать, что ваш труд журналистов очень важен для искусства и для музыки, поскольку ни одна выставка, ни один крупный музыкальный конкурс не обойдется без интервью, репортажей и статей, написанных квалифицированными специалистами. Гимн, который сейчас прозвучит, все желающие могут подпевать к припеву. Спасибо большое за внимание.